Вам позавчера было по-другому. В первую очередь поздравляю команду с победой. Мы очень старались и потратили много сил и заслужили, я думаю, эту победу. И поздравляю наших болельщиков. Спасибо им, хочу сказать, за поддержку. И Азамаш тоже спасибо за хорошую игру. Я думаю, что зрители довольны серией, и она хорошо, как бы для зрителей она красива. Я тебя специально привез, девушки просили, чтобы тебе... А мы уже все взяли. Ну, по-моему, это видно было с невооруженным глазом, что со стороны будивельники сегодня на поле вышло с первых минут совсем другая команда, чем в предыдущих трех играх. Если предыдущие три игры мы начали с минус 10, потом наше спортивное самолюбие было задето, мы начали играть, и сегодня все началось, ну, как полагается в профессиональном спорте, с первой минуты. Да, и, скажем так, по-моему, мы все-таки контролировали ход встречи, я не помню, там Азамаш был впереди или нет, но не был, да, кажется. Но все равно, зная уровень лидеров Азамаша, ни на момент невозможно было расслабиться. Да, было давление... На нас было давление с результата, зрителей, соперника, да, и только, может быть, последние там 4 минуты мы могли, ну так, сказать, что мы выиграли. Все-таки Азамаш слишком непростая команда, чтобы так просто так отдать игру, да, так что напряженка, можно сказать, была до конца игры. Меня радует там, может быть, качество игры. Одна из лучших игр у нас в сезоне, когда 6 потерь, да, перерывы было 2. Может быть, там было моментами, конечно, не может быть, а были поспешные броски, может быть, некоторые броски были ненужные, но бросок – это не потеря. Да, это может быть даже лучше, чем передача иногда. И, скажем так, все эти маленькие показатели сумме дали нам победу. То, что для нас немаловажно, и сейчас переедем в наш прекрасный дворец. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Для начала хотелось бы поздравить Будивельник с заслуженной победой. Что касается нашей игры, то у нас много чего не получалось сегодня. Причина, не знаю, может, устали. Ну, в общем, факт в том, что не получилось сделать то, что мы додумали. К сожалению, сейчас серия 2-2, так что все начинается сначала. Того времени, что есть до следующей игры, насколько вообще хватит, чтобы восстановилась физически команда? 2-6 увидим. Спасибо. Упрекать ребят в поражении я не буду. Я принимаю это поражение на себя. Команда сегодня, ну, скажем так, стояла. Мы не использовали наши сильные стороны нападения. Мы запоздало играли, реагировали на... в защите на действия соперников. Поэтому здесь упрекать ребят не буду. Я это поражение беру на себя. Значит, счет в серии 2-2. И едем в Киев. Спасибо.